Новый год – это время, когда каждый из нас верит в волшебство, когда каждый из нас спешит за подарком. Фонд Светланы Изамбаевой – это подарок. Подарок для общества, потому что мы дарим полезную и важную информацию для сохранения вашего здоровья. Мы 10 лет рассказываем о том, что такое ВИЧ и СПИД, и как защитить себя от этого заболевания. Мы развеиваем страхи о ВИЧ-инфекции. Мы являемся подарком, потому что я, Светлана Изамбаева, на собственном примере, показывая, что ВИЧ не выбирает особые группы, несмотря на болезнь, при которой необходимо принимать лечение всю жизнь, можно и нужно рожать здоровых детей, продолжать работать и жить качественной, полноценной жизнью. С Новым годом и крепкого всем здоровья!